настало время испытать штуку интересную, которую мы купили в Таиланде. Эгг-таймер для того, чтобы понять, когда яйца сварятся в семятку. Кладем его сюда и включаем, ну, в принципе, плиту. Вообще, один раз я уже такую испробовал. Ну да, хорошо, только единственное, когда начинает кипеть вода, как-то хреново становится видно этот таймер. Во, видите, он начинает так в центр, типа, цвет менять. Вот когда дойдет до медиум, можно будет яйца вынимать. И теперь не надо быть профессионалом, чтобы сварить себе яйца. Ну и посмотрим сейчас, вот при таком, какие у нас яички-то внутри будут. Хоть и выглядит это не очень, но я вам скажу, что яйца удались. Все ништяк. Ну, конечно, что мы с утра можем смотреть? Конечно, Симпсонов. Я вам скажу, что сегодня на обзор приехало много вкусняшек. А главное, вот она только появилась. GoPro Hero 4. Видите, настоящая четверочка. Тю-дю-дю. Сейчас будем на нее пилить обзорчик. Это версия Black. Как вы помните из моего ролика, и существует... Ну, из новых две версии. Четвертый Black и Silver. Еще существует обычная Hero. Она пока... Hero не приехала. Прям так называется. Дайте мне вот эту херовую, пожалуйста. Ну так, Hero, да. Поставил себе тут заставочки, чтобы было красиво на заднем фоне. Свет есть. Так. Штатив. Подсказка. GoPro. И что вам еще покажу. Что-то у меня сегодня с прической вообще все чудно. Во, что я вам покажу. Moto 360. Вчера с ней полвечера, наверное, сидел, общался, вообще смотрел, что это такое. Вообще, тема прикольная, потому что здесь поставил всякие виджеты. Ну, часики вообще сами по себе, конечно, крутые. Там, привет, не в сети, ну ладно. Это как маленький iPad. Вот так, прикольно, да? Вот, помните, я же говорил, что такая штука пригодится как раз для держалки микрофона. Вообще самое оно, здесь толстая резьба, и микрофончик сюда прям вообще офигенно подошел. Ну, под резьбу. И можно вообще привинтить на любую поверхность. Вот, в моем варианте это стол. Ну что, все готово, включаем камеру и мотор, поехали. Свет, все готово. Вы попадаете за кулисы ко мне. Вот я вроде закончил снимать первый обзор на Hero 4. Вообще мне камера понравилась. Да. Я ее немножко даже сравнил с Hero 3 Plus. Ну и сейчас вам в обложках немножко тоже про них расскажу. Видите, как удобно стало. Теперь экран, он стал вровень с самой камерой. Раньше он был немножко туда утоплен. По всем остальным вот параметрам внешне, в принципе, ничего не изменилось по размерам. Изменилось, понятное дело, светодиоды переместились сюда. Здесь теперь клавиша настроек. Раньше она, видите, обозначалась клавишей типа беспроводной Wi-Fi. Переместился микрофончик немножко. Сзади теперь не открывается, ну, типа панелька для аккумулятора. Раньше она была здесь. А теперь переместили ее сюда снизу, как у фотоаппаратов. Вот, и здесь... Что теперь? Да, вот так вот. Все то же самое. Все то же самое. Вот, посмотрим теперь, как будет снимать. Сегодня возьму ее с собой, буду тестировать. Ой. Это у меня включилось, потому что я сверху нажал. Куча здесь прибамбасов, что-то у меня валяется. И еще обычная Hero 3, 3 плюс, 4, короче. Теперь опять в камерах просто это, туф, с ума сойдешь. Так, а теперь настало время для вот этой штуки. Так, пойдем со мной. Бритва я еще ни разу не открывал. Сейчас мы тоже с вами ее посмотрим. Запишем про это видео. Видите, Илюха по своей работе может обозревать вообще все. Начиная от GoPro и заканчивая бритвами. Скоро буду, наверное, холодильник еще обозревать. Ну а почему бы и нет? Предлагают, я соглашаюсь. Блин, тоже крутая штука. На самом деле стоит сколько? Пятнашку. Здесь еще очищающий стакан, он там увлажняет, сам очищает. Только кассеты надо будет менять. И вот эти вот бритвенные головки, раз, по-моему, в два года было написано, надо менять. Вот она, эта мега вещь. Вообще похоже на пульт какого-то управления, знаете. Удобно так для PlayStation. Так, вперед, назад, влево, вправо. Вот в руке держать удобно. А мне понравились индикаторы. Вот это заряды батареи, режимы. Здесь так они тоже меняются. Смотрите, красиво. Очень красиво, прикольно. Пум-пум-пум. Надо ее только зарядить, а то она разряжена. Круто. Мне понравился зарядный стакан. И вот это вот
вещь, которая очищает, там что-то сама делает. Не знаю, что там внутри. Что-то, наверное, ужасное. Но пока не буду вставлять, что-то я этого боюсь. А чтобы влог вышел интереснее, мне кажется, сейчас надо переключиться на Hero 4. Смотри, сейчас как сделаем. Такое. Сначала я сейчас снимаю на свою камеру Ixus 255HS Canon. И сейчас такие мы в GoPro. Хопа. А вот мы уже и продолжаем писать на GoPro Hero 4. Посмотрим, как качество на нем будет. Сейчас 24 кадра в секунду, 1080p стоит. Хотя влог выходит в 720, потому что 1080 слишком заморочено влог писать. Вот, ну что, поехали. Поснимал немножко для вас примеры записи в машине на GoPro. Не знаю, что получится, потому что ни хрена не видно, что там происходит на ней. Жалко, что нет дисплея, конечно. Вот в Silver версии это все как-то поприкольнее. Сейчас так неудобный поворот у меня еще. Потому что я ничего не вижу. Выезжают машины и не видишь, что там происходит. Ладно, пока будем стоять на месте. Не будем. Краш-тест! Гоупрохи! Ну нормально вообще. Даже не покоцалось. Вы что? Ни одной коцки нету. Вот. Сейчас поедем в Ашан. В Ашан. Закупаться продуктами. Вот. Ну, по дороге что-нибудь вам еще поснимаю. Потому что камера новая. Наверное, интересно, как все на ней получается. Потому что многие, возможно, хотят ее брать для влогов, для каких-то своих видео. Ну, вот смотрите примеры. Вообще, пример видеосъемки. Вот так вот все это будет. А мы в Ашане. Это как прям Big C или Tesco Lotus в Таиланде. Ну, кстати, в будние дни прикольнее приезжать. В Ашане вообще мало народу. Скидочки. Три по цене двух. Какое счастье. Приключения Илюхи Сона в Ашане. Отдел шлепанцев. Страшный отдел шлепанцев. Иду искать кипятильник. Как бы это странно не звучало. Кипятильник. Такое ощущение, что я попал обратно в 90-е. Мега Драйв. Картриджи для Денди, прикиньте, продают. 54 рубля стоит. А это для Сеги, походу. Прям 90-е прям. Зато он еще альбом Металлики. Винил, походу. Знаете, что нашел? Конечно, вообще тема. Ведро для попкорна. У меня есть такие же штуки для колы. Вот. Блин, вообще. Конечно, прикиньте, попкорн сюда насыпать. Хрен вытащу. Мстители. Блин, не вытаскивается. Беда. Во, взял себе такое ведерко. Здесь Спайдермен и набор туриста. Лампочка и кипятильник. И прикиньте, ходишь тут просто по Ашану, выбираешься ведерко, и тут, опа, свои подписчики. Привет! А как тебя зовут? Что? Как Наташа. Тебя зовут? О, а как долго меня смотришь? Очень давно. Прикольно, вот, видите, а даже... А он смотрит, потому что я его подсадила смотреть тебя. Даже в Ашане меня можно встретить. Стандартная запись на парковке, что ли? Да? Она так называется. Удивительно, конечно, когда ходишь там просто по Ашану, тебе говорят, это вы, зверье, да? Блин, где меня только не узнавали. Везде, мне кажется, меня узнавали. А вот в Ашане еще ни разу. Все, еду домой сейчас, через пару часиков. Обещали нам привезти айфоню шестую на 64 гигабайта. И из всех компаний, где мы... А мы, в принципе, нигде не оставляли предзаказ. А, в Связном. И в России вчера позвонили. И говорят, опа, завтра приедем к вам. Бесплатная доставочка, 64 гига. Ну, вот официальный телефон, Ростест, выходит 36 990. Блин, такие деньги, на самом деле. Так подумаешь. А прикиньте, два телефона сколько это? За 70 тысяч. Ну ладно, мы готовились год целый. Копили на них. Притом, конечно, свои старые телефоны продадим. Вот, и в счет новых. Надо поменять телефон, потому что у нас пятый, мы 5S не брали. Просто, ну, каждый год менять телефон нафиг. Мы меняем вот так. Четверка, пятерка, сейчас шестерка.
Потом посмотрим, насколько шестерки хватит. Потом, наверное, 6 плюс будет. А, точнее. Просто так не скажешь 6 плюс. А плюс какой? Плюс или знак плюс? iPhone 6 плюс плюс, наверное, будет. Или минус плюс. Хрен знает. Ладно. Соскучился я что-то по вложкам уже. Вот. Едем домой. Погода в Москве. Видите, нет солнца. Приехал уже домой, сейчас вставлю карточки памяти как раз в компьютер, смонтирую по качеству, то есть посмотрим, как они себя покажут. Одновременно снимал на ту, то есть они вот так вот стояли. Вот, и часть влога, что записано вот на Hero 4. Единственное, что мне здесь понравилось, когда ты, к примеру, записываешь, вот здесь вот горит красный этот LED-индикатор, и он в дисплее, считай, полностью там засвечивает его. Тут вот единственный косяк в камере. Вот, и что-то пару раз он мне написал там этот repair failed. Короче, видимо, что-то там само нажалось, наверное. И пытался восстановиться, и как-то неудачно. Ну, в итоге со мной все работает. Кстати, полюбились эти наушники от Philips для монтажа. Правда, когда сидишь в них, наверное, час, они начинают прям голову сдавливать. А так удобно там полностью. Типа ухо у тебя в этом, в амбушюре. Все, смонтировал. Ролик самое сложное, конечно, было смотреть и вставлять сюда 4К видео. Не знаю, зачем я так сделал, просто лень было переделать эти ролики в меньший размер. Здесь 1080, 4К, 4К. Посмотрим, за сколько он у нас расшарится, потому что там видео-то нормально, 4К весит. И сейчас это же видео надо будет залить на YouTube, чтобы ссылочки как раз дать и сейчас вам их выложить. Вот так теперь у нас YouTube летает. iPhone, наверное, привезли. 3 ролика одновременно загружаются. Пойдем смотреть, что привезли. Нет, это не iPhone привезли, потому что они должны с 5. О, короче, 3 ролика. Общий там вес, наверное, 1,5 гигабайта закачалось прям так. Смотрю своих любимчиков. Канал запоминайте. Всегда офигенное настроение будет. Подписывайтесь на них. Ну, у них уже, по-моему, 4 миллиона подписчиков. Конечно, круто. Американцы. Живут в Филадельфии. Вот надо на них равняться, да. У них так весело всегда. Вот, ребят, видите, как весело. Вот так надо ходить по магазинам. Сейчас. О. Пам-пам-пам-пам-пам. Парам-парам-пам-пам. Тара-та-та, тара-та-та, тара-та-та. Та-та. Ура, привезли. Айфончик новенький. Держите, Тюба. Взять его. Это мой. Взять его. А прикольно, смотри. Мне кажется, они просто... Ну вот, наконец-то уже наш айфон. Наконец-то! Распаковка от Оленьки. Давай. Yes! Вот. Ой, аккуратно здесь этим. Сейчас, если у меня сфокусируется. 36990 называется. Давай. Реклама! Нам Apple заплатили! А правда, почему они ничего не нарисовали? Привет! Че, новенький? А можно у тебя... Что-то... Какой-то краской пахнет. Пахнет? Краской! Там что-то пахнет краской. Привет, айфон! Такой маленький, привет, сейчас я с тебя iCloud закачаю и все. Тюбику, дай посмотреть. Тюбань, смотри, iPhone привезли. iPhone? А Тюбику вообще пофигу на iPhone. Ну, конечно, все то же самое. Но это зато наш. Опять же выходим на улицу. Я взял с собой... Ой, а как они так? Сами-то. Че, отпотряхивание, что ли? Или это так? Вау, прикольная функция. Я даже не знал, что так. Смотри, сейчас заблокировались. Такой, хоп, а сколько время? Не получилось. Хоп, может время? О, может время. Почему-то пульс хочет мой измерить. И ты типа такой, ночью модный. Сейчас я проверю время на своих часиках. Вообще выглядит прикольно. Разные циферблаты, настройки разные. Я только не совсем еще понял, как от потряхивания, короче, все включается. Не надо будет, типа, трогать их так. Ну, давай. Так, хопа. Хопа. Опа, и время. Ну, вы меня поняли. Удобная штука, да? Иметь вот такой грузовик или хотя бы такой манипулятор.
Блин, из-за стекла плохо видно. Приехал куда-нибудь, что-нибудь погрузил, также выгрузил. Удобно. Можно подрабатывать неплохо. Если вы не поняли до сих пор, про что я, вот про эту штуку. Все едут из Москвы, мы тоже едем из Москвы. А справа сейчас будет белая дача Outlet. Но правда, ни хрена не видно, потому что темно. Как в фильме ужасов, ребята. А я решил отправиться в Мегу, что-нибудь там посмотрю. Ну так Ольку отвез в гости. Вот, а сам сейчас поеду в Мегу, что-нибудь там потусую. И, может быть, куплю поесть, в машине посижу, посмотрю Breaking Bad. Закачал себе Breaking Bad! Второй сезон сейчас пересматриваю. На второй серии остановился. Блин, самый крутой сериал всех времен и народов. Мой вариант. Ну, на втором месте у меня Lost, наверное, стоит. Да. Родная Мега! На парковке, в родной Меге. Стандартная запись на парковке. Металлика, Fade to Black. Обожаю иногда послушать Металлику, прям вообще вот в кайф. Сюда буду записывать это видео здесь. Самое первое видео на канале. Опять я здесь. Но вот чем у нас развлекаются в Меге. Ну это, наверное, знающие люди делают. Можно будет заползти на самый верх. А что, классно, когда люди так отдыхают. Здравствуйте. Подписывайтесь на мой канал, не пожалеете. Ностальгия, понимаешь, на парковке в Меге. Пока нехрен делать. Тоже домой ехать смысла нету. Там, блин, домой приедешь, что-то потусишь опять за комп, нафиг, скучно. А Орки там, ну, пару часов еще. Сейчас я на своих студийных посмотрю. Блин, если... О, без 15.9. Breaking Bad. Очень удобно, подключается в магнитолу. И прям звук отсюда фигачится. Во. Ну и, короче, можно смотреть прям фильмец. Классно так на руль встает. Можно вообще на торпеду поставить. Вот, короче, такая ностальгия у меня получается. Пока вы там смотрите вложки, я тут развлекаюсь. Почти досматриваю уже третью серию второго сезона Breaking Bad, во все тяжкие. Если вы не смотрели, то, ребята, смотрите обязательно. Потому что этот сериал просто рвет все. На мой взгляд, да. Хочу вам сказать спасибо, что досмотрели мега вложек до конца. Спасибо, реально, спасибо за просмотр. Потому что просмотр для блогера, ютубера очень важен. Ну, как с точки зрения развития, так и с точки зрения заработка на ютубе. Вот. Не забывайте поставить пальчик наверх, если вы этого еще не сделали. Мои социальные сети внизу там в описании. Такие как Инстаграм, во-первых. Да, это вторая по значимости моя социальная сеть. Она совершенно для вас открыта, бесплатно. Подписывайтесь. Комментируйте мои фотки. Только... нормальным способом, не нужно там писать никакого бреда. Пишите нормальные комментарии. А я тут пока смотрю Breaking Bad, так что насчет звуков не волнуйтесь. Ну все, давайте с вами попрощаюсь, увидимся с вами в интернете. Пока!